Так, все, вроде подрубил сейчас. Видео. Это чертника сезона, типа, видишь? Чего? Ебаш за 4 на 7. О, на третьем левеле цвет прикольный. Ой, нежно-розовый. Ой, на шестом тупо, блядь. Вот как. Ой, блядь. Так, что ты готов? Да-да. Полетели. На девятом левеле ты там голуби дают. Охуеть, там пчелок только голубей этих было. А чё? А, спилось. Пробел надо. А, я в настройки зашел, слетела готовность. Все, я запустил. Блять, ну вот финал, финал придрочиться играть, я думаю, буду так же выебывать, как эти типы. Просто, блядь, на одной зоне так вот прыгать, блядь, главное на верхней, чтобы там внизу пиздец. Хотя, блядь, блядь, может быть ну в такое. финале, наверное, одна карта или какие-то еще? Скорее всего, И только вообще, одна. в финале же должен один, да, чел остаться? Да, один, да. Только эта карта и в финале, и все, блядь. Ой, блядь. Это что Это такое? сложная карта, Качающий мультик, да? это сложная карта. Ты не видел, как тут играют? Тут довольно сложно. Качается, да, эти плиты? Да, от веса. Ну вот это прикольно, физика такая тупо, бля. Это ты в первых рядах лежишь? Нет. А, пиздец, сейчас я О-о-о. упаду. Ой, блядь. Блядь, ну меня столкнул какой-то уёбок. Ложки толкаем нахуй, толкаем, блядь. Блядь, Ебать, сейчас перевес будет ебать. нахуй. За проезд Ебать. заплатить. Блядь! Я пока дальше на Да ровно господи, ходи. я прыгаю, блядь, и оно, блядь, как-то с... А тут, походу, профит на других челов придаться. Что ты их сбиваешь. Вот, секундочку. Бля, курсор на экране мешает, конечно, пиздец. Ебать. Да. Да, ну ты не брыкайся. Опа, изи. А, тут еще такое. Ебать, там финиш как далеко. Блять! Пиздец. Перевешивают, суки. Блядь, фиолетовый опустите, блядь. Мне бесит курсор на экране и то, что он с тобой стрелочку. Блядь, тут типы не понимают, нахуй, что надо направо перейти, блядь. Они стоят, перевешивают плиту, блядь. Да опустите фиолетовую, бездну. Да, о-о-о. Это тут пиздец на оранжевый, там гос. Привет, народу, блядь, на центре надо стоять, блядь. Я на ней. Ебать, вы там бегаете. Опа, как опа. Пираты Карибского моря. И фиолетовую теперь перевесили, блядь. Блядь. Давай, переворачивай, нахуй, 360 пули. Опа, сосать, нахуй. Хватит народу этих лотовых. Блять, ой, блять, что ж вы делаете, это ебаный сыр. Ой, блять. Там чел, блять, падал и другого держал. Ты прошел? Нет, а это ты, да? Не-не-не. Ты на оранжевой сейчас плите? Не, я только стартанул. Я зеленый, красный, труселя. Там какой-то 18.02, что ли? А, о, нашел тебя. Направо. Блядь. Ой, блядь. А! Нихуя ты, блядь! Ой, нихуя ты, блядь! Бургер, блядь, ходит. Ну, давай. Поэтому у всех уже такие скинчики, блядь. А сколько тут батл пас стоит, не знаешь? А да он не бесплатный, наверное. Бесплатно? Наверное, да, да я хуй знает. Платный батл пас, это самое. У этот розовый. Хуй народу вылетело, блядь.
Мне кажется, хоть команда будет. Ну да, вот было бы интересно сейчас команда. Из одного еблана прососать, понял? Типа все команды. Футбол, я в футбол бы хотел поиграть, пиздец. Один чел не особо решает. Ой, что-то бежать куда-то. Ой, это очень сложно, походу. Это пиздец. Это вообще жесть. А, ну это тоже за финальный, да, типа, может сгодиться? Ну, может быть, но я не знаю, я не видел ничего другого. 14 человек только выживет, блядь. Охуеть, а нас 30. Показывать имена. На что нажать? Надо, на капслок, но не надо. Блядь, тут следить за всем надо. Блять, нет, пожалуйста. Понятно. Я все. А тут что-то управление какое-то ебало. Блять, меня какой-то еблан толкает, ну господи, умри от рака, блять. Как мне курсор раздражает, вообще пиздец. Блять, я упал просто глупо, блять. Ты все? Да, давай посмотрим. Пиздец. А что смотреть? Тактика победы, ебать. Да не тактика, я бы сейчас тоже прошел, наверное. А, тут сейчас 4 чела падут и все. И финал будет, или не блядь, будет. Блядь, что такая сердца ебанутая стала? Или это из-за этой карты? Или это из-за курсора, из-за этого ебучего? А, прикольно. У тебя есть курсор на экране? Да, есть. Короче, вот у меня когда курсор в экране, понял? У меня сердца, ну, определенная. А когда курсор подходит к краю экрана, у меня сердца больше, раза полтора. Чё, go next? Ну да. ППСики дадут. Хуй знает, может дадут. Чё-то дали. Какую-то хуйню дали тоже. А, типа то что мы уровень прошли с качелем, кстати. Сколько тут всего карт, не знаешь? Ну да хуя. Карт 10, наверное. Ну да хуя, только что-то я видел всего карт, наверное, 7-8. А, тут всякие команды, наверное, еще голубые. Вот, стоите ловить. Мы это, по-моему, играли. Или нет? Играли, да. Чаще мне все эти диски. Да, играли, играли. Ага, да, это да, сразу да. В начале пизданулся. Я не понимаю, это колбаса оранжево крутится или это у меня, блядь, в голове что-то. Да хуй знает. Я помню, тут вначале лучше не спешите, пропустите чело. Ну меня. Не, она не крутится. А, ты просто, наверное, с неё соскальзываешь. А, найс, блядь. Ты сейчас знаешь, как толкали хуйню? Как? Одна группа чел с одной стороны, а другая с другой, и мы толкаем друг против друга. Блять, ну как я упал, блять? Кто-то сзади ебать меня типы подталкивают вперед. Я первый нахуй сосать. Я украинский флаг опять сбил, я не понимаю, что за хейт, блять. Ой, тут чел, блять, на Вармеларе откатился. Летошей. Это народу, блядь, до тебя дали стать. Охуеть. Ты чё, не прошел? Нет. Блять. Ладно, я сыграю. Я вправо вверх, а там уже пиздец был. Я, короче, был 45-м. Давай я один раунд сыграю, блядь. Сыграй, да. 29-41 у меня. Сыграй. Хочу что-то новое. Ну так, типа, крутит дохуя карт, но я так понимаю, там, ну... Не, ну на самом деле дохуя карт, на самом деле, просто оно, блядь, рандом какой-то подкрученный, походу. Я бы футбол хотел, вот на 40 человек, блядь, футбол, нахуй. Ой, блядь, что это? Надо кольца собирать, тоже хуйня какая-то. Подождитесь подальше от хлопающих дверей, мчитесь к финишу. Ай, блядь, это бег с препятствиями тебе. Ебать! Поезжают эти штуки, ну это вроде не сложно. Да хуй знает. Надо не проебаться. Оно же рандомно, блядь. Оно типа не сложно, оно просто, да, такая типа. Заранее продумать надо. А
Открой, блядь! Ты весь продумал. Я нахуй, нихуя там, блядь, замесило людей. Хуя ты. Нихуя ты спидранер. Бля, я вспомнил какую-то игру, когда так прокатился. Может, ее тоже вспомнишь? Какую? Там типа... Она какая-то типа стрелялка была от третьего лица. Там какой-то момент был, что какие-то снежные локации были, и... Там надо было... Пингвина, короче, класть под себя и съезжать на нем с горы какой-то. Ой, бля, я не знаю. Бля, что-то такое у меня какой-то произошел этот... Флэшбэк. Как так начал скатываться. Прикинь, ты живого пингвина тупо брал, так вот клал его, блядь, на живот, на него садился и ехал на нем. Я помню, была игра, где надо было пингвина просто запускать на дистанцию. Очень давно. Ну это всякие мемные игры, типа, да. Не, блядь, нормальная карта. Блядь, 30 человек, почему так рандомит, блядь, то 30, а в той катке надо было, чтобы только 15 прошло. Блядь. Она была, наверное, четвертая, третья. Ебать тут народу, я ебу, блядь. Я все отбилась, а вот их. Опа, замес пошел. Пиздец, блядь! Ой, боже, блядь. Мне кажется, лучше от этого замеса подальше держаться. А тут никак, тут эта хуйня же наступает, блядь. Ну, я имею в виду так... Ну, вот, блядь, да, все вышел. А я на этой хуйне раз 5, наверное, отлетел в прошлый раз. Ну это уёбки, уёбки конченые, которые, блядь, толкаются, я не знаю, специально они это делают или нет. Ладно, ты чё пишешь? Просто. Я не понимаю, просто за счет чего я падаю, блядь. Просто за счет того, что просто типы рядом или, блядь, они что-то нажимают, блядь. Бля, мне нравится количество кнопок в этой игре. Пробел. Вертушка. О, это... Я понял, что это. Играли вы уже это. Бля, я хочу, знаешь, какую хуйню? Чё? Где там, типа, общий такой круг. Ой, в смысле, один круг. И, типа, там надо прыгать вовремя, потому что... А, вот это да, прикол, блядь, вообще. Ну, я просто, типа, всегда эта хуйня забавляла. Он даже что-то в детстве не играли. Ебать меня, ебать! Ой, блядь, о, блядь, ебать, да встань, а пиздец. Я раз 5, наверное, подряд сбила. Ой, блядь. Ой, блядь. Да что это, ёбаная цифра. Ой, блядь, ебать, меня выкинуло нахуй. Я пиздец в жопе нахуй. Так. Если нет шансов, сука, 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 блять. Когда ты говорил, сука, ты бежал назад, да? Да нет, нет, меня выкинуло за карту, когда я. Да мне снова выкинуло! Да блять, это пиздец! Как тут играть, блять? Ой, это стрелочка розовая. Ай, да меня снова выкидывает, блять. Ну тут, походу, реально лучше, ну, просто в этих челов не врезаться. Блёх. Изи. Ебать, я прошёл. Ебать, этого чела, блядь, кидает. Ну тут вообще, блядь, какой-то еблан просто даже не прыгает, просто идет, блядь, падает нахуй в землю, блядь, под землю. Ебать, синий тип сейчас затроллит.
смотрел за розовым челом, он просто точно еще бухой играл. Нет, это анимация после кат, конечно, такая себе. Ну вот те карты, что показывать, я вроде, ну, не то, что не играл, но видел, по крайней мере. Может, там разные. О, вот эта хуйня, про которую ты говорил. А, да что, блядь, снова эта хуйня. Да ёб твою мать, кристаллы, блядь. Блядь. Ну чё, ща руку набьём потом, блядь, тащите будет. Пиздец. Я не знаю, как подтягиваться тут, блядь. Это пиздец, наверное, бы помогло. Попробуй камеру, типа, мышкой, короче, вниз опустить. Да не, ну, надо какую-то кнопку нажимать, наверное. Ну, я теорию попробую. Блять, уже месяца тут, блять. Да ёбаный рот, блять. Меня чуть не скинули уже... нахуй. Да ебать тут ублюдки, блять. А, ты решил постоять. Ой, блять. Да нет, блядь, ну что за хуйня, снова я на второй этой, блядь, говне, блядь, падаю, ёбаный рот, блядь, этой карты, да, нахуй. Я просто толкаю этой хуйню. Ебать, ебать сосать. Да ёбаный. Эй, на... Самое сложное, большой рал в жизни. Прошел? Я прошел, да, почти до конца. Это, блядь. Ебанись! Нет, что? Нет, я просто меня просто выбили в конце, блядь! А, ты вместе с челом упал? Да, блядь! А ты тоже проебал? Да я давно, да я теорию там на первых вот этих. Охуеть, я просто почти прошел и просто на угол упал и все, блядь. Убежных не могу. Я в ахере, блядь. А, ебать, тут на этой слизи бежит, она. Я ливнул меню. Не, я ливнул меню. А, там два чела тупо дрались, блядь. Пиздец. Да такой чел обиженный тупо стоит. 5 секунд. Ебать этот чел тупо, блядь, ебать он ебёт. Короче, остался челик. Стал перед последним этим чупа-чупсом. Тупо всех, блядь, со всеми дрался, кто мимо проходил. Мало ПТС выдают, хотя бы как-то 2 выигрывать. Тут на рандоме топ-1 вряд ли можно, да, занять? А, yeah. Тут, наверное, еще одна из финальных карт, типа это. Кто с хвостом там должен один остаться, помнишь? Кого, где? Там дается хвост, там на 10 человек. А, я это не видел ни разу. А. Короче, чел бегает с хвостом по карте, а другие должны у него его отнять. И там время дается, по-моему, минута. Кто последний останется, в основном ты выиграл. Скажи, ты иначе будет. Тайминг вообще не знаю. По-нормально. Ну, рандомные сидел. Тайминги, скорее всего, тут, блядь. Да нет, здесь. Ну, блядь, оно пиздец. А, ну тут... А, о, у меня над тобой стрелочка в натуре, слышишь? Ну, опустись, блядь! Сука, ебать, он троллит, нахуй. Да, там одни долгие, одни быстрые. Изи. Прыгнуть надо в конце. Блядь, ебать, я сейчас могу не пройти.
Нет, 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 блядь, что я выбыл, блядь. Я не успел. Ты прошел? Походу первая какая-то легкая, типа. Вторая это такая подзаебистая, а четвертая вообще пизда, нахуй. Четвертая для папочки. Ой, блядь. Я тебя догоню. Опять башка закружится. Это народом. Легче прыгать на той хуйне. Я думаю, что только в финальной. Блять, я понял, что синсой. Ой, блядь. Есть курсор на экране? Сейчас, да. Ну, а когда играешь, не? Есть, ну, тоже, да. Короче, не советую тебе делать так, чтобы у тебя курсор был на краю экрана. Ой, народ, я еще живой. Идем на синюю, не, не идем, идем. Опа. Да иди нахуй. Подожди, они однотипные? Они же типа не генерятся по-новому, да, наверное? Не знаю. Можно какой-то ритм, наверное, найти. Хотя вот эта синяя вряд ли такой была всегда. А вот можно вниз посмотреть отсюда. Ой, пизданулся. Да, они походу меняются. Они там вылезают кто-то. Ой, бля, что-то быстро. Нихуя, блядь, ебать. Да ебаный. Блять, ебать тебе повезло, да. Это оранжевое крутится, блять, меня сейчас затошнит. Блять, пуху куда-нибудь, ёло, блять. Да у меня уже рука нахуй вспотела, блять. Это крутило, черт тебе. Бля! Вот, это моё. Ой, блядь. Это петушок, блять. Не толкай ты, ёбаный сын. Да сдохнись уже. Хорош, блядь. Блядь. Пиздец пот, нахуй. Ебать. Финал интернешнл, блядь. Блядь, тут когда, короче, курсор у тебя у края экрана, вот здесь инса чуть-чуть увеличена. Ну, как мне показалось. Ну, возможно. Либо это все крутится так сильно, что нихуя непонятно. Иногда, по-моему, это решает. Потому что ты же, типа, стараешь угол. Понял. Так, ой, блядь, это что за хуйня? О, это что за хуйня? Яйца, тебе на три тимы делятся. Ебать, это не видно. Можно, короче, пиздить яйца из корзины другой команды еще. Ебать, меня. Золотые, походу, больше дают, но это не факт. На шифтах типа брать. Да, я за легкими. А куда кидать-то? Свою корзину своего цвета, у тебя цвет персонажа должен быть. Да, я, короче, знаю, что делать. Да отъебитесь, нахуй. Кто у вас-то самый плотный, блядь? Он с яйцом, дебил. Куда, блядь? Да тебе, телега, блядь. А как брать? Shift, блядь! Здорово. Да ёбаный насрал, давай. Своих не пизди, да своих не пизди, блядь. Хочешь драться, блядь? Да блядь, они не берутся. Блядь, телега, да, хуй. Да, блядь. Как тупо. Ебать, ты душишь типов, блядь. Пол руина, блядь. А где наше кольцо? Ебать. Хуя. Спизди там что-нибудь, блядь. Да, да, спизди, блядь. Надо было сразу к ней уйти, когда они, знаешь, приносят яйцо, ты его, блядь, уносишь, тупо. О, вот это мне такое надо. А, нахуй. Опа, похуярил. А как выбрать? Ёбаный сын. Ты без яйца, блядь. Так, какой счет? Надо платить, не надо? Надо, надо, да, ровный счет, блядь. Оранжевых пизди у них больше всех. Да это, блядь, нереально. Чуть нельзя отпускать, походу. Дай руку, блядь, тут посмотришь.
Сука. Пусти эти сухи, как говорил. Опа. Да, блядь. Так, 15 секунд. Давай, братан, прыгай. Прыгай, не мешай, блядь. Ты можешь просто, наверное, выкидывать их из корзины, блядь, оно не будет считать. Да я не помню, как что. Держу, ёбич. Блядь, мы должны. Ты вроде прошел. Заруинил соло, блядь. Ты ни одного яйца, блядь, не принес, пиздец, и прошел. Я на победу играл. Блин, конечно, она будет прыгать вот это по кругу. Блядь, только не хвост, ёбаный. Вот футбол тут сейчас прям будет. Вообще хуйня. На грани. Не наступайте на ложные плитки. Найдите скрытый путь к финишу. Ой, ебать, это рофл, блядь. Ебанись нахуй. Один должен остаться. А какие ложные, которые потемнее, что ли? Я хуй знает, блядь. О, я это первый раз вижу. Может не спешить? Я так понял. Блядь! Ты все? А, нормально, живой. А, живой, нихуя? Да иди нахуй, тут все ложные, блядь. Аааа, нахуя тут какая залупа. Короче, вообще можно не гадать, нихуя. Да идите, долбоёба, отстану. Пока за один раз. И блядь. Блядь, хуёво я сделал. Надо было их пропустить. Блядь, тут вообще тактика легкая. Пропускаешь, уёбишь до конца. А, и потом не успеваешь, блядь. Похуй. Ебать тут... Главное не упасть. Делаешь вид, что ты поле... Блядь! Бегу, блядь! Тебе яко беги, блядь! Сокращать надо! Прыгай, прыгай, блядь! Давай, беги, давай, беги, давай. Беги, блядь! Нет! Блядь, я уже контрол нажал, мне уже очко сжалось. Блядь. Чё, будем финал смотреть или похуй? Ой, я запрыгнул, давай посмотрим. Давай. Я, блядь, выкинуло. В смысле выкинул? Тебя? С окошка. С окошка. Да, прикольно, но... Ну да, типа... Я понял тактику примерно. На раунде тактика, понятно. О, да. Это последний раунд. Это другой финал. Блядь, вот почему такого нет? Это типа для одного, я так понимаю. Ну да, победитель, только один. Это корона тупо. Её, наверное, прыгнуть надо. На shift нажать. Ты за кого топишь? Хуй знает, можно за курицу. Мне вот розового дало по дефолту. По спасательному кругу. Пока он нормально. Нормально, нормально. Тут вообще походу под нами остались. Хуя розовый чё мутит, блядь. Тупо башкой танчит. Ебать там чикен, чикен прошел походу. Да. Он троллит еще. Долбоёб, он не выиграл, блядь. Долбоёб тупой, блядь. Ебать. Тупой даун. Да, да, блядь. Не прыгнул, блядь. Ну, согласись, они быстро пробежали. Мне кажется, я там упал уже раз пять. Ну, быстро, потому что несложно, наверное, было. В принципе. Да хуй знает. Так, подожди. Ой, я жевательный резин. Вот, я тоже розовенький. Это какой левел? Третий уже, наверное, четвертый? Хуй знает. Сейчас, подожди, я тут статью читаю. Ты читаешь гайды? Не-не-не. А, тут ебать, серебро есть игровое. Где в магазин? Да, померить ничего нельзя. Всё.
А, видишь, что типа магазин раз в 4 часа обновляется. Такой себе магазин. Что, поехал? Сейчас, подожди. Ты там нашел лицензионное соглашение почитать? Не-не-не. Мне кажется, эта игра быстро ли зайдет, если ничего нового не будет. Какие-то режимы сделать там типа для пати или там пати могли, допустим, матч какой-то для 4 пати. Давай, поехали. Сейчас. Там уже сейчас все пытаются напарнуть у нас. Поехали. А прикинь, ты когда заходишь в эту игру соло, такой, блядь, сейчас нахуй буду пиздец потеть. Потеешь, и у тебя нихуя не получается, и ебать, прикинь, такой прям нереально горишь, сидишь. Или у тебя так уже было? Алло. Чего было? Я Что я надеюсь. потею, блядь? Я Я говорю, тут одну катку сыграл, блядь. заходишь такой с настроением попотеть, и, Да. ну, у тебя там нихуя не получается, ты такой горишь нереально. Показывать имена, нахуй мне это надо. Право руля, лево руля. Блядь. Ой, бля. Я где-то в последних рядах. Ебать. Бля, я перепрыгнул. О, мы рядом. Ставим. Меня зажало между двух этих хуен, блядь. Оба стоят рядом. Такой зацепим тупо. Блядь. Бля. Ебать, Забыл. нет, 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 я хочу пройти, пиздец. Бля. О. Давай, 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 тут все Ебать, ваше ебать, чай. ебать, сосать. Ты пробежал линию, а мне типа не регало, понял? Я тоже на половине линии зарегал только. Не, мне не то, что половине, а я там шага 3 уже сделал за нее. Ты прошел? Да. Хорош, да. Вынесли мусор. Знаешь, хотел яркость поменять. Чтобы ты понимал, я сейчас сижу, у меня яркость выключена, как будто у меня солнце в монитор светит. Понял? Короче, у меня днем и вечером так сильно солнце в монитор светит, что я, ну, прям все темные, скажем так, объекты, там ничего не вижу. Я выкручу яркость, ну, дохуя сильно. Сейчас я О! забыл ее вернуть, и сейчас у меня она ёбнутая. Чего, блин? Давай вот эту хуйню пройдем А, сейчас, блядь. яйца? Да, яйца. Яйца судьбы, Две блядь. команды? А, три. Ч, прикинь, мы в разных командах, блядь. Ты в Я красной красный. же? Все, Красный. да, нас одну кидает. Все, сразу, блядь, беру на себя самого, блядь, хохоком, нахуй, держу его. Да, Дальше блядь, я пошел. красного держу, блядь. А тут shift, походу, зажимать надо, чешо, блядь. Я что-то, честно говоря, о, золотое яйцо подкатилось. Что вообще кидать это можно? Ой, я к челам на хату пришел. Ты по трене еще надо бежать, бежать. О, чел тоже пришел к чужакам. Блять, бруток синим пришли, спиздили и сияют. А, блять. А, нихуя у них оранжевый работает. Они и у синих, и у нас, блять. Там походу тимплей какой-то у них. О, золотое яйцо. Ебать тут за золотым яйцом, блять. Нихуя тут 5 наших челов, блять, за золотым бегом. Блять, надо в нашу корзину относить. Блять, я вывалил яйцо. Блять, наши Да, или не блять, я наши? вывалил яйцо. А, я из нашей пизжу яйца, понял? Да, блять, мы красные. Понял. Ну все, у нас дохуя, надо их просто держать на подходе. Блять, воруют, сука, где, блять, охранники, ёбаные?
Давай, я его держу, выкидываю на оружие, блядь, больше тепло ему. Давай, давай, воруй, воруй. Не, как кушать, там хуй спиздишь, слышишь? Лучше дефить, когда народ нахуя. Поймал, блядь, сюда нахуй. Сюда! А, сука, два против одного. Сейчас нахуй. Да ебать, меня выжили, блядь. Можно как-то кидать. Или они отлетают, когда... Когда хуево прыгаешь, они отлетают, блядь, походу. И когда тебя пиздят это... А меня тип просто держит, не дает выпрыгнуть, понял, блядь? У синих ноль, блядь! Отлетает тебе, бля. Как у них ноль, блядь? У них все спиздили. Я тебе говорю, я вначале пришел туда, у них ни одного чела не было в дефе. И, короче, я и три оранжевых, и тут у них яйца начали пиздить. Потом прихожу к нам, а у нас тоже оранжевые яйца пиздят. Блять, а я в оранжевых пиздить пытался. Нормально. Ноль, блядь, это вообще пиздец. Блять, нет. О, ну это тоже сложно, блядь. Тут типа можно вот этих вот уголков держаться. Да. Там, блядь, если захуярить жестко, мне кажется, ничего не поможет, блядь. Ну я не знаю, меня типа падало прям несколько штук чуть ли не подряд, и я вообще не отлетал. Меня прибивало к земле там. Не знаю, что там. От каких-то углов что-то зависит. А, ой, меня сразу, блядь, выкинуло, блядь. Пизделся, меня тоже. Здорово. Сука, апельсин рикошетнул. Да иди нахуй. Ёбаный банан, блядь. Я вообще отсосал. Какое время, блядь, типа? А чё я так бегу хуёво? А, надо прыгать. Надо. Да это пиздец, дядь. У меня не бежит наверх. Ебать, тут ты нахуй чернослив какой-то, блядь. Охуеть, так медленно бежит. А, блядь! Подержать. Нет, я пройду. Сосать. Ты прошел? В смысле? Нет, я нет. Очень давно дошел. Я сначала раз пять уже спал, а потом почему-то очень медленно шел. Я остался. Самый насрал. Давай удачи, в финале. Сейчас не финал будет, наверное. Или прикинь финал, блядь, на 15 человек. 15 человек. Вообще сейчас вроде третья карта, да? Хуй знает. Обычно четвертая финал. Тоже третья была. Была? Да, третья была. Гонка. Ой, блядь, это твоя хуйня вот эта. Тут сколько тут интересно пройдет? Человек 10, значит, я думаю. Это не финал. Не финал, да. Да, у меня там был там тоже человек 16, 18 оставалось и. 10 вроде пройдет. 9, блядь, пройдет сейчас только. Ну я тебе советую не спешить, просто подождать, пока не открою. Ну или попасть. О, там альтернативный проход, походу. Смотри, справа тоже можно пройти. Хуй знает. Меня выкинули, блядь. Меня просто выкинули, блядь, лол. Ру сейчас? Ладно, не важно. Да боже, блядь, это просто пиздец. Меня просто выкидывает с карты, блядь. Перед тобой какой-то крокодильчик бежит. Прыгай, чё? Охуеть. Пизду, блять. Я даже не хочу финал смотреть, я ливнул нахуй. Ублюдки, блять, ебаные. Ты реально ливнул? Ну сейчас еще нет. Блять, пидорасы, блять, просто это пидорасы. Ты, блять, это пиздец нахуй. Ебейшая карта, блять. Хуй угадаешь, блядь, долбоёбы стоят, 10 человек. 10 человек стоит на одной плитке и выкидывают одного меня, блядь. Охуеть, блядь. Ну, это хуйня, блядь. Да, блядь, хрупкий пол. Ну, можно хотя бы смотреть, не? Да, блядь, ну давай. Сейчас снова один какой-то еблан будет прыгать, блядь. Ну, я так понимаю, тут тактика... ...поставила. Поддержаться должен, что остальные, как говорится. А можно было, по-моему, на старте, да, пропрыгнуть на эту хуйню? Да, можно было. Людей мало. А, ну меня сразу задрота дала. Ну, потеющий, блядь, в этой кепке бейсбольной, да, блядь? Да. А тут много таких, блядь, он не один такой.
Там еще розовая хуйня потеет. Ну, да, да, она, вижу. Она больше перепотела, блядь. Ну так, по-моему, там какой-то, что, по-моему, вроде можно прыгнуть, не? А, ну это псевдо, понятно. Можно сразу на другого. Ну, крокодильчик нормальный, блядь, флексит, бегает, всю хуйню убирает. Ну вот сразу завидно, блядь, тут первый раз играет. Ну да, розовый там пиздец по таймингу пройдет. Чтоб он не допотел. О, нахуй, сразу на несколько уровней. На розовый, да, смотришь? Да, да, да. Побежал, бля, ебать, он блочит, типа. Ну не знаю, мне кажется, тут все время лучше медленно прыгать. Он себе понял эту, блядь, зону отзонил? Ага. И прыгает, блядь. Бля, ну, кстати, плохо. У него еще навык есть, там вправо прыгнуть. А, он уже. Нормально. Экономно. Там внизу, блядь, бешеные нахуй бегают. А, сосёшь, блядь, долбоёб! Перепотел, блядь. Там качаться не отмоет, в кепочке ещё флекс. Тоже помоечку, нахуй. Ай, блядь, сосёшь, нахуй. А, потный. И голубь, который просто бегает, выиграл, блядь. Ебать, иди, нахуй. Бля, хорошо, что вот эти карты типа быстро качаются, когда начинаются. Да. Вообще такая бы токсику не было. Блеск мало, надо блин попасть. Это у меня? Чего, у меня поиск игроков. У меня какой-то салют, я думал, какой-то гром в игре. Салют, ждем победы. Ошибка подключения, блядь. Ебал рот. Подожди, еще раз нажми готов. Может, мне обновить? Подожди, подожди. Нажми еще раз готов. О, все, сейчас нормально. У тебя есть ошибка, нет? Не-не. Че? Все нормально. У меня тоже. Посмотреть топ онлайн по стиму, да? Ой, я не знаю. Стандартно сложно. Как посмотреть онлайн по играм в стиме? Лучшие игры по количеству игроков. В эту хуйню сейчас 87 тысяч играет. А, прямо сейчас 81. Блять, в КС сегодня одновременно 900 тысяч играло. Ебанись, блять. А, блядь, я альтабусь, у меня снова ошибка. А ну, блядь, ты чё, охуела, блядь? Ой, ясно, блядь. Ну, подожди, давай ещё раз, блядь. Давай не рейбан, я думал, хуй так долго. Только похвалил, что всё быстро запускает. Ну да, так это, блядь, пиздец, оно всё слышит, нахуй, прослушивает. Блядь, ГБН послушает. Как в Доте, так же ГБН подслушивает, блядь, на поиске, тут то же самое. Чтоб не расслаблялись, блядь. Альтанус, не, у ГБН там пиздец агенты в доте, я ебу, блядь. Там настроена там связь. Там, блядь, целая подпольная организация работает. Никаких ошибок нет? Нет. Просто поиск игроков. Тут все сломало. Но я могу сейчас починить, попробовать. Все, кэшбэк. Ошибка, блядь, без альтаба, слышь? Так, пошел я чистить кэш. Давай тоже на всякий случай. Давай. На этом 4. Ой, закрывается, хорошая игра. Свойства, локальные файлы. Проверить целостность файлов.
А ты мне писал, ты что-то продал там, сказал? А, да, я инвентарь продал. Бля, а хули у меня экран показывается? Что за бред? Того, а, ширпотреб, а это что такое? Да, этот, блядь. Забей. Лоха тоже он летит. Так, файлы прошли проверку. А, Запускаю. походу я раз сдохну. Алоха тоже летит. Да похуй на Алоху. Блин, ну какие-то ачивки. Это достижение есть у 0,2% игроков. Да, какой я, блядь, уникальный игрок. Да, ну у меня есть что-то такое. Да, у меня тоже есть. Bump into three people while rolling on the ground before getting up. Что? Что, блядь? Troublemaker, нахуй. Так, ну очередь начинается без ошибки, блядь, я хуй знает. Ты зашел? Давай, пригласил тебя. Ну тут есть какой-то пиздатый костюм прям вообще. Меня? У меня, блядь, я хочу костюм пиздатый прям. У меня есть Там лоу. сейчас нихуя нет, там можно в магазин что-то покупать. А, ясно. Ай, блядь, а как эту хуйню снять, блядь, сука? Все. Так, 4. Я себе эти красные и черные лапы какие-то надел. Полетели, блядь. Сколько разработчики заработали, Алоха блядь? тоже летит. Да, дохуя. 80 тысяч раз по 500 рублей, блядь. 40 миллионов рублей, блядь, И раз заработали. сдохла. Да? Блядь, сейчас ошибки не будет, может не сдохло. Не удалось сохранить конфигурацию, повторите попытку. Запрос не удался, повторите попытку. А, это у меня костюм, короче, блядь, забагался. Ну, у меня я лечу до сих пор. Ошибка подключения, блядь, я твою мать ебал. Твою? Нет, нет. Разрабов. Я снова запустил, похуй, полетели еще раз. Ну что, ну дайте поиграть, блядь. Ты какую тилочку на себе там пиздит, вообще, по-моему, даже пикать не собирается. Да ебать они тупо вот стримерши, так они сидят, то мне пиздят. Да, они любят попиздеть. Просто так. Заебись, летим. Угу. Борис, а на каком парашюте открыть? Ну, у меня ошибка снова. Я хз. Давай, я попробую запустить. Давай. Как выйти сейчас? Я покинул группу, пригласи меня и поехали. Подкинул, блядь, эту планету. Так, П. Через П. Да, да. Полетели, готов, поставь. Я вставил ручку. Давай, блядь, лети на карточку. Идем, мы слишком пиздатели, это игра нас не больше сюда. Он, кстати, добавился какие-нибудь иногда там, вот, допустим, раз там 20 карток, какие-то уникальные карты пропали. Ну там что-нибудь на них каких-то тиранку были. И тебе сейчас своеобразный режим, где типа там, допустим, не выжить надо, а чем какую-нибудь хуйню там собрать вместе. Меня выкинуло. Просто в меню, да? Да, ошибка подключения была. Не удалось найти игру, написал. У меня нет ошибок. Мне написал, не удалось найти игру, блять.
Дело в тебе получается. Да хуй знает, блять. Ладно, давай сейчас, если не запустит, то все, блядь. Давай запускай, блядь. Да. Ой, давайте режим от 15 рыл катаете? Да, да. А вы тыкаете по карцам, это будем сейчас Она не тыкается, блядь. Ну вот это на Q там раз 5 секунд. Ой, если нужна помощь. Просто выкинул в лобби, блядь. Ну вот нахуй ты мне такой нужен. Ладно, короче, я все тогда, блядь. Пиздец. Давай. Спасибо за игру, блядь. Там будет соло.